Роберт и монахини. А ты знаешь, кто это Роберт? Нет. Роберт II Великолепный или Роберт Дял был герцогом Нормандии и отцом первого короля Англии Вильяма Завоевателя. По средневековому преданию, его душа была посвящена дьяволу еще до его рождения. По мотивам этой легенды, немецкий композитор Джакомо Мейербер в 1931 году написал оперу «Роберт Дьявол», скульптура, перед которой мы сейчас находимся, представляет именно одну сцену этой оперы. А что это за женщина? В третьем акте, стараясь освободиться от проклятия дьявола, Роберт оказывается в Полярском аббатстве. Там сыны зла в виде женщин окружают его. И начинается настоящий шабаш. В то время этот балет был вообще скандальным.